Наше командование нас кинуло после того, как приехало наше командование, и мы сказали, что хотим уехать. Был бой, нас взяли в плен, мы сдались. Привезли в Белгород, сразу же обманули, отправили на территорию Украины на боевые действия. Побыв там несколько дней, поняли, что это неправильная война. Хотели уйти с части, ну, своим ходом, расторгнуть контракт, одним словом. На что командир нам ответил, что отсюда мы уедем либо 200-ми, либо 300-ми. Если мы попробуем побежать, то что все в округе заминировано. И нас просто, говорит, в нас начнут стрелять наши же посты. И уехал. Когда мы поняли, что воевать здесь не с кем, то есть... То, что здесь гражданские, никаких нацистов нету, опять же. То есть мы поняли то, что это полный бред, когда артиллерия херачит по мирному населению, по жилым домам. Вот. Когда мы подошли к командиру и высказали желание о том, что мы хотим отсюда уехать, нам сказали то, что мы уедем отсюда либо 200-ми, либо 300-ми. Реальная ситуация в Украине какая? Люди встали, сплотились против русских, которые пришли и беспределят здесь по полной. Мародерство, грабят, насилуют,